Так, сегодня у нас 16 ноября 2017 года, и в метро только что мне, ну только что, не только что, часа два уже назад работница метрополитена, миловидная девочка, вместе с удостоверением выдала мне вот такие брошюрки, чрезвычайно полезные. Сейчас я их шпаргалочками в YouTube и переброшу для себя, может и кому еще понадобится. Перечень переименований в городе Харькове, то есть какие улицы переименовали и как теперь что называется. Буквально вчера я потратил груду времени на то, чтобы это выяснить, что такое улица Красина в нынешнем исполнении. Ну, это справочник коммунальных предприятий, с него начнем. Сейчас по-быстренькому пройдусь. Справочник — ваш помощник в работе с коммунальными предприятиями города. В общем, телефоны служб все в одном флаконе. Очень удобно. Сейчас. Харьковские тепловые сети. То есть, где что надо, паузу на видео и вперед. Я думаю, в интернете лучше, чем будет эта информация лежать, чем с собой таскать эту брошюрку. Информация свежайшая, ну, насколько я понимаю, раз его выдали только что. Только что ее и обновляли, проверяли. Харьков водоканал. Ничего, ничего, сынок, как раз, я не обращаю внимания. Комплекс Харькова водоснабжения. Водоотведение, аварийная служба. Техническое обслуживание внутридомовых систем. Что бы это ни было. А что это такое внутридомовая система? А? Трубы. Департамент сбыта абонентной службы по работе с абонентами в районах. Ух ты. Ну, в общем, я думаю, кто это себе ищет, тот знает, о чем речь. Я пока просто зафиксирую. Внешнее освещение. Горсвет. Угу. Горсовет? Нет, это от горсовета брошюрка, насколько я понимаю. Но речь была как раз про горсвет. Электросети, внешнее освещение, горсвет. Дубль 2, что ли? Ну, по району можно. Жилкомсервис. Сервис Шевченковский район. Надо будет, наверное, их по отдельным районам по коротенькому видео снять, дабы вот так не ждать. Это минут 10 займет. Все районы, все службы пройти. С другой стороны, все скопом. Вот оно здесь. На видео удобно, можно проматывать в ускоренном варианте. Холодногорский. Харьков, благоустройство, уборка придомовой территории. У нас это хорошо поставлено, молодцы, прям действительно чистенько. Чудненько.
Харьков Горлифт. Освещение, конечно, светосила у фотоаппарата нулевая, так что приходится выкручиваться. Это ты посмотри, сколько тут всего. Центр недвижимости городской. КП Ритуал. Ну вот это как раз это. Дай бог, как можно реже, чтобы она кому-то надобилась. Харьков Сигнал. Электротранс, трамвайное депо, троллейбусное депо, это описание услуг, которые они предоставляли, да? Инженерные сети. Обращение, центр обращения животных. Даже такой есть. Благоустрий. Бытовых отходов. Да что ж такое? Же дублируется, что ли? Или это какие-то другие бытовые отходы? Парк культуры имени Горького. О, класс. Зоологический парк. Драбицкий яр. Даже там есть телефон. Детского питания. Муниципальная охрана. Сотрудничество. Подземный город. Счастливый город. Подземный город, счастливый город. Так, и напоследок. Харьковский регистрационный центр. Так, с этим все. Еще раз сайт, то есть городского совета. И перейдем к перечень наименований объектов топономики. Сниму я его отдельным видео, потом может быть в одно объединю. То есть тут пойдет речь о том, какие районы города как нынче называются, какие улицы, какие вообще объекты топонимики. Ну, бог с ним, пускай так.